был один из обычных стандартных дней. Мы сидели на работе с моим наставником, обсуждали дальнейшие планы по разработке отдельных объектов. И тут поступил звонок из дежурной части. Пришли молодые люди подать заявление. Нас направили к ним, мы их выслушали. А дело было в том, что их родственник, их братишка, этих молодых людей, выехал в одну из зон, где проходили вооруженные столкновения. Было дело в 2015-16 годах. Мы начали очень оперативно действовать, поехали в первую очередь к ним домой, посмотрели все его записи, открыли компьютер, посмотрели социальные сети. Ну и, конечно же, там уже было ясно, что он очень активно увлекался тематикой именно вооруженных столкновений, изучал оружие, изучал тактику ведения боя. Вот. И нужно было, соответственно, принимать какие-то меры, потому что выехал он буквально накануне обращения его родственников. Они были с ним на связи, то есть он периодически выходил на связь и писал какие-то сообщения, что у него все нормально, он находится в определенной точке, и докладывал, значит, своим родным о том, где он находится и как у него продвигается его маршрут следования. Ну и нам пришлось схитрить, потому что звонить ему и говорить, что вот мы из КНБ, давай, родной, возвращайся, это бы не сработало. Установили, что у него были достаточно теплые отношения с его сестрой. И разыграли мы, значит, такой, ну, скажем так, условно говоря, спектакль. Его сестра легла в больницу. Мы отправили несколько фотографий, несколько видеообращений по, так сказать, социальным сетям, по мессенджерам. И когда он вышел на связь, он увидел, конечно же, была там подпись, что все очень плохо, его сестра при смерти, из-за того, что он, ну, бросил их и поехал, грубо говоря, на смерть. Она, можно отдать должное, то есть она старалась, очень хорошо сыграла свою роль. И как результат, да, парень на пути следования вернулся обратно, мы его, то есть, встретили, затем он поехал к сестре. Потом все, конечно, выяснилось, что она не лежала ни в какой больнице, что это все было постановочно. Но тем самым, да, мы вернули парня домой. Сейчас он, насколько я знаю, работает, он закончил колледж, отучился. Так, кстати, парень был совсем молодой. Вот. Ну и сейчас нормально, все живут, радуются. В результате семья очень благодарна. И мы, конечно, сами тоже очень рады, что парень не погубил, так сказать, свою жизнь и вернулся к своим родным и близким.